Всем привет! С вами Ольга Уланова. Друзья, если вы ищете возможность начать развивать свой бизнес, MLM-бизнес через онлайн, то я могу вам дать несколько советов. Совет номер один. Обязательно найди наставника, человека, который умеет зарабатывать деньги в этой индустрии и хорошо здесь разбирается. Второе. Найди человека, у которого есть система. И третье, четко следуй этой же системе. Иди шаг за своим наставником. И у тебя будет все замечательно. Друг, ты, наверное, знаешь, что сегодня в MLM-индустрии люди зарабатывают другие деньги, отличные от денег, которые получают люди в найме. Сетевики сегодня много путешествуют. Они много обучаются. Они и философы, и мыслители, и педагоги, и экономисты. И это люди, которые выходят на очень хорошие доходы, они гасят кредиты, покупают машины, покупают квартиры за наличный расчет и много путешествуют. Если тебе нравится такой стиль жизни, то ты обязательно приходи к нам в нашу дружную команду, и мы тебя научим. В этой индустрии, друг, обязательно нужно учиться, и ты должен быть готов к этому. Я уже давно в этой индустрии, но тем не менее я постоянно обучаюсь. В настоящее время я обучаюсь ведению бизнеса в Академии «Успех вместе». Я являюсь не только учеником, но и учителем. Также обучаю своих партнеров. И если тебе 40 и более, и у тебя нет денег на счету, даже 1 миллиона, то тебе обязательно нужно начать свой бизнес. Потому что ты, наверное, уже понял, что работа в найм не сделает тебя ни богатым, ни здоровым. Приходи, друг, мы тебя научим.